Праздник микрорайона Марково развернулся на детской площадке за 9-й средней общеобразовательной школой. Праздничный концерт, песни и пляски не смогли не привлечь внимания жителей микрорайона, особенно родителей с юными дмитровчанами. Среди приглашенных гостей был глава Дмитровского района Валерий Гаврилов, которого сразу под руки схватили русские красавицы. В центре детской площадки организаторы устроили импровизированную сцену, подремонтировали качели, что-то подкрасили. В общем, устроили настоящий праздник для самых маленьких жителей микрорайона. Вот сегодняшний день вы первые открываете такой цикл празднования внутри микрорайона. Мы во всех микрорайонах будем проводить такие праздники. И смысл этого праздника прежде всего привлечь внимание всех, кто проживает на этой территории, в вашем микрорайоне, что только мы сообща можем улучшать нашу жизнь. Я не говорю о том, что мы повысим заработную плату, повысим пенсию. Нет, но для того, чтобы нам устроить внутри микрорайона вот хорошие такие взаимоотношения, мы вот этом, в принципе, это мы можем сделать. Валерий Гаврилов попросил всех жителей принять активное участие в праздновании Дня города и рассказал немного о программе празднования 860-летия города. Мы первый раз будем проводить кинофестиваль. К нам приедут серьезные артисты, кинорежиссеры приедут. Он будет проходить в течение 2 дней. Будут проходить бесплатно показ фильмов. Вести систему тимбилдинга в микрорайоны – это хорошая идея. Совместные игры, пусть то интеллектуальные или спортивные, очень укрепляют отношения между людьми. И это направление в скором времени будет активно поддерживаться. Мы сейчас за каждым микрорайоном закрепляем ответственного, и, соответственно, он будет, его задача выстраивать работу со всеми семьями. Не только с детьми, но и со всеми взрослыми и детьми. Вот такой соревновательный процесс будет. Потому что что такое Россия? Россия крепкая, когда семья крепкая, когда есть какие-то цели и задачи. И вот мы прежде всего будем укреплять семейственность внутри микрорайона и устраивать побольше таких хороших мероприятий. Жители микрорайона Марково со всей ответственностью подошли к проведению праздника. Устроили не только концерт, развлекательные познавательные игры для детей, но еще и организовали небольшую ярмарку с дарами природы со своих огородов. Любой желающий мог подойти и отведать овощей, разносолов, пирожков и согреться горячим чаем.